Не спал я, товарищи, сегодня. Да и вчера не спал. У вас как, Лаврентий Павлович, хорошо со сном? Очень хороший сон, товарищ Сталин. А у вас, товарищ Абакумов, крепкий сон? Спасибо, товарищ Сталин. Садитесь. Вот выиграли мы войну. Так? Так точно, товарищ Сталин. И всенародно отметили победу. Так, Виктор Семенович? Так точно, товарищ Сталин. А народ об этом должен узнать, так? А как он должен узнать? Через радио, газеты, через средства пропаганды, как вы считаете? Товарищ Сталин, в органах пропаганды Великий День Победы отмечен широко. В кинотеатрах идут документальные фильмы, вышли ряды статей, фотографии. О, фотографии, кстати. Товарищ Поспелов корректуру прислал. Я ознакомился с тем, товарищи, как вы оценили мой вклад в победу. Большое спасибо. Оценили. Думаю, товарищ Сталин, номер не может в таком виде выйти. Почему? Раз так уж вы решили. Мы не решали. Это упущение. Главного редактора упущение. Надо разобраться. Большое спасибо. Кушайте. Спасибо. Из горя мне прислали. Очень вкусные яблоки. Разобраться? Главный редактор, правда, разобрался уже. Засомневался. Увидел руку врага. А вот где вы были, в этом предстоит разобраться.